В рамках визита наша делегация посетила город Карабалтай Чуйской области. Там прошла встреча с руководством региона. С ними 3 года назад Оренбуржье подписало меморандум о сотрудничестве. Обсуждались перспективы взаимной торговли. Ее объем между Оренбуржьем и Киргизской республикой по итогам прошлого года превысил 154 миллиона долларов США. В ходе встречи подписано соглашение о намерениях на поставку оборудования для энергетического комплекса Чуйской области. Сумма контракта – 200 тысяч долларов США. Обсуждалась также возможность взаимного экспорта сельхозпродукции и продуктов питания. Киргизскую сторону интересуют, конечно, поставки продукции своей, плодово-овощной продукции в нашу область. Свежих овощей, очень много переработанных, консервированных и овощей, и очень хорошие здесь и фрукты, консервированные, и варенье, и джемы. А нам, соответственно, интересно поставлять продукцию наших оренбургских предприятий на территории Киргизии. Это как раз в рамках проекта «Экспорт продукции АПК». Интерес к продукции, особенно к зерновой продукции, к муке, к подсолнечному маслу, у киргизской стороны огромный.